Об этом говорили сегодня на встрече председателя Союза журналистов Владимира Соловьева и главы Сочи Анатолием Пахомовым. Сегодня выбор организаторов пал на центр города и конкретно Зимний театр. Здесь планируется проведение церемонии торжественного открытия и закрытия форума. В исторической части Сочи в рамках фестиваля пройдут и многочисленные мастер-классы, круглые столы. В этом году на фестивале организаторы ждут 800 участников. Мы, конечно, понимаем, что если мы выберем точку в центре Сочи, то море и красота вашего города прекрасного, она будет очень сильно конкурировать с тем, что будет происходить в залах. Но мы надеемся сделать так, чтобы и в залах, и на дискуссиях было настолько интересно, что эта конкуренция каким-то образом все-таки перевешивала. На фестивале планируется обсудить проблемы печатных СМИ. Многие из них находятся на грани выживания. Сложности испытывают и телеканалы, не попадающие в мультиплексы. И, конечно, новые представители прессы, блогеры расскажут о своей деятельности. Форум, на который приедут и сотрудники региональных СМИ, без сомнения, будет полезен и Сочи. Глава города выразил уверенность, что журналисты донесут до читателей и зрителей свои яркие впечатления от курорта. Как рассказал Владимир Соловьев, президент России уже одобрил появление звания «Заслуженный журналист России» или «Заслуженный работник СМИ». Ожидается подписание соответствующего указа главы государства. Вполне возможно, первые награды будут вручены на юбилейных торжествах.